Так, но вопрос, который вытекал, можно сказать, из наших предыдущих тем, это расчет налога, так сказать, на квартиру, в которой ты живешь, которая в твоей собственности, да? А, насколько знаем, с 2015 года налог на недвижимость в России рассчитывается по кадастровой стоимости. И вот возникает вопрос, вроде как должно быть меньше, но, так сказать, на пользу нам вот этот перерасчет или нет? Итак, есть три вида стоимости теории экономики. Первый вид стоимости – это рыночная стоимость. Когда ты заходишь на какой-нибудь портал поискать квартиру, видишь там рыночную стоимость на недвижимость. Возьмем ее за 100% условно. Есть вид стоимости инвентаризационная, так называемая. Это где-то 30% от рыночной стоимости. Раньше налог в Москве, по крайней мере, исчислялся от этой инвентаризационной стоимости. То есть он был совсем минимальный. Угу. И есть третий вид стоимости, который называется кадастровая стоимость. Сейчас кадастровая стоимость максимально приближена к рыночной цене. То есть ты к тому, что сам размер налога, судя по всему, тоже изменится, да? Да, сам размер налога тоже изменится, абсолютно верно. Если мы берем квартиры или любую недвижимость стоимостью до 10 миллионов рублей, это 0,1 от кадастровой стоимости. Если мы берем недвижимость до 20%, 0,15. Ну подожди, навскидку так получается, что с большей суммы, налоговая база увеличилась, но при этом процентная ставка уменьшилась. То есть вот то на то не выйдет ли? Ну на самом деле пока что не сильно мы ощущаем этот налог. Дело все в том, что ставка налога, она еще работает не в полную силу. В полную силу мы будем платить в 2020 году. Сейчас так называемый переходный период. Ждем. То есть мы уже платим по кадастровой стоимости. В 2016 году мы за 2015 год платим по кадастровой стоимости. Но платим только 20% от полной ставки. В 2017 году мы платим 40% от полной ставки, в 2018 – 60%, в 2019 – 80%, и в 2020 за 2019 год мы платим, постепенно так. Мы платим по полной программе, господа. Слушай, да, а спасибо. Например... Скажи, пожалуйста, на все виды недвижимости платится этот налог? Да, на дома, на комнаты, на жилые квартиры. То есть... Пример, мне кажется, нам проще так будет понять. Давайте пример. Однокомнатная квартира в Бутово устроит вас 31 квадратный метр? Меня устроит запросто вообще. Тебя устроит в Бутово однокомнатная? Я подумаю. Значит, давайте я расскажу вообще, как любой радиослушатель может посчитать вообще, сколько платить налог. Давай. Есть сайт Росреестра, заходите на Росреестр и ищите номер своей квартиры, кадастровый номер квартиры. Потом заходите на сайт налоговый, ну, в гугле все это там вобьете, все это увидите. И ищите, как рассчитать налог. Значит, квартира, площадь объекта 31 квадрат, стоит она 4 миллиона 150 тысяч рублей по кадастру. Соответственно, квартира до 10 миллионов, мы платим по ставке 0,1%. Далее, я забыл сказать очень важную вещь. Есть так называемые льготы, налоговые вычеты в метраже при расчете. За 20 квадратных метров, за первый, мы ничего не платим. То есть, смотрите, 31 квадрат у нас квартира, мы вычитаем 20 квадратных метров налоговый так называемый вычет. Остается 11. Остается 11. И вот на эти 11 мы за них будем платить. Дальше, как это рассчитывается? Мы берем стоимость квартиры, делим на 31 квадратный метр. Стоимость одного метра получается около 133 870 рублей. Налоговый вычет 20, остается 11 квадратных метров. 11 квадратных метров мы умножаем на стоимость, которую мы посчитали, 133 870. И умножаем на ставку налога 0,1%. У меня получилось, что налог в 2020 году на квартиру в Бутово будет составлять 1472 рубля 60 копеек. Ну, не так страшен черт, как его малюют. Ну, вообще, да. Господа, но это квартира в Бутово. Если мы берем квартиру, например, уже в диапазоне от 10 до 20, вот, например, трехкомнатная квартира, метро «Молодежная», налог в 2020 году будет составлять 16 400 рублей. Не, ну, если у тебя трешка, так сказать, на Рублевке... Если у тебя трешка на «Молодежке»... Да, то можно и 16 тысяч заплатить. Будь любезен. Да. Ну, спасибо. У нас в гостях был кандидат экономических наук, эксперт по недвижимости Сергей Шароватов. Обсуждали с ним расчет налога по кадастровой стоимости. Ну и едем дальше, Серёга.